Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Страдаю из-за того, что рядом не заботливый муж. Не заботится, когда болею, когда мне плохо, не принесет чашку чая, пока не попрошу, не звонить в течение дня, просто никогда. До брака был более заботлив. Что с этим делать и возможно ли изменить что-то? Спрашивайте вы. Ну, в первую очередь, конечно, на что вот нужно обратить здесь, как мне кажется, внимание, да, это на, собственно, страдания. То есть, что такое страдание для вас, что это, что из себя оно представляет. То есть, быстро, вот, когда вы говорите «страдаю», да, то вот страдаю в смысле, как бы, то есть, ну, в смысле вы страдаете. Что вы имеете в виду, говоря, что страдает? Вот. То есть, ну, страдать можно по-разному. И от разных вещей можно страдать. Вот. Поэтому я бы, конечно, хотел бы уточнить этот момент, вот, когда вы говорите, что страдаете, да, я бы хотел уточнить этот момент, что вы подразумеваете под страданием. Вот. То есть, если вам чего-то не хватает, вот, если вам чего-то не хватает, если вам что-то нужно, вот, чего не дает вам, ну, ваше мужчина, да, вот, то в первую очередь на что нужно обратить внимание, это на то, собственно, в чем проявляется эта самая нехватка, то есть в чем она проявляется, эта нехватка. Потому что природа нехватки, ну, например, заботы, внимание со стороны мужчины, да, природа нехватки, может быть совершенно разной. И мне кажется, что ваша задача постараться понять, что это за природа нехватки. То есть как становится возможно то, что вам не хватает того, что человек вам дает, да? И, ну, в человеке ли дело вообще? Потому что, может быть, дело совсем в другом. Может быть, дело не в человеке, а может быть, дело в вас. То есть, как мне кажется, здесь очень важно этот момент зафиксировать. Вот. Это первое. Второе. В чем трудность для вас попросить мужа? То есть, у меня сложилось такое впечатление, что вы как будто бы хотите, чтобы человек угадал ваше желание, чтобы он сам делал что-то, что вам нужно. Он, конечно, может это сделать. Но может, как вы сами наблюдаете, и не сделать. Идея заключается в том, что вы чувствуете, что вы чувствуете, когда вынуждены попросить у своего мужа дать вам то, что вы хотите. То, что вы хотите. Вот.
меняется ли что-то для вас в этот условный момент или нет? Если меняется, то что меняется и так далее. Потому что, повторюсь, мне показалось, что вы хотите, чтобы ваше желание угадывали. Следующее. Вы говорите о том, что поведение мужа вашего изменилось после того, как вы поженились. Раньше вы говорите, что он таким не был. Это прямое следствие ваших отношений. Это прямое следствие характера ваших взаимоотношений. Иными словами, если характер ваших взаимоотношений таков, что он построен на завоевании, если характер ваших отношений таков, что он построен на покорении вот вас, условно говоря, то будет именно такая история, именно такой момент, именно такая ситуация. Потому что друг друга вы как личность не воспринимаете. Вы воспринимаете друг друга как, да, может быть, как гендерных партнеров, это правда, и это неплохо. Но помимо этого есть еще и другая сторона, несколько других сторон, которыми люди могут взаимодействовать. И как мне кажется, здесь проблема в том числе в том, что этими другими сторонами вы не взаимодействуете. Вот. Это стороны того, что общего есть, например, между вами. Это стороны того, как и где вы взаимодействуете. И, соответственно, предмет вашего взаимодействия. Вот. Все это крайне важно. И теперь, когда, может быть, вы об этом узнали, задайте себе вопрос, как это все реализовано. Задайте себе вопрос, как это все реализовано именно в ваших отношениях. И реализовано ли вообще, потому что вполне вероятно, что у вас вообще не реализовано. Ну, от слова совсем. Вот, если это не реализовано, то нужно работать над гармонизацией отношений, чтобы это реализовать. Вот. Это не так сложно, если этим заниматься. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вот. Это, конечно, потребует определенных усилий от вас, но это не так сложно. Другой вопрос, хотите ли вы. Вот. Следующий важный момент, это то, почему мужчина решил, что с вами так можно. А решил он, что так с вами можно, скорее всего, потому что считать, что вы полностью принадлежите ему и вообще никуда как бы не денется больше. Вот это вот основной такой, я бы сказал, знаете, бич, что ли, вообще это самый такой настоящий бич отношений, вот, когда кто-то из партнеров начинает считать, что его другой партнер, ну, то есть его партнер никуда вообще не денется, вот. Как бы сложно
придумать ситуацию, вот, при которой выстраивается, ну, более негармоничные отношения. То есть понятно, что оснований для построения негармоничных отношений этим не исчерпывается. Это понятно. Но то, что это очень сильно бьет по ценности партнера, в данном случае вас, это правда. Вот. И здесь можно поднять вопрос такой, про вашу самооценку. Можно поднять вопрос о том, насколько вам интересна ваша жизнь. Можно поднять вопрос о том, насколько вам комфортно, условно говоря, наедине с собой, да, вот. И так далее. То есть это все довольно важный элемент. И от того, насколько много вы уделяете ему внимания, зависит будущее ваших отношений с мужем. Вот. Если вы внимание этим вещам уделяете немного, то отношения с мужем, конечно, будут ухудшаться, потому что он видит, что вы целиком и полностью зависите от него. Вот. Не потому, что вы ничем не заняты, не потому, что у вас нет своего дела и так далее. Нет, не поэтому. А потому, что он видит, как вы в нем нуждаетесь. Что у вас нет выбора, у вас нет альтернативы. Знаете, какая штука. И вот это очень важный момент, как мне кажется. Вот. Собственно, на что мне бы хотелось обратить по итогу ваше внимание. Вот. Мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, в принципе, достаточно, так я бы сказал, тонко и лаконично описал вашу ситуацию. Я думаю, что в целом она соответствует действительности, потому что, ну, скорее всего, вы действительно остро ощущаете то, что вас не любят, и для вас вот подобные проявления, то, о чем вы пишете, да, про ту активность, которую вы пишете, вот, вполне вероятно является проявлением любви. Вот. Другой вопрос, действительно ли это проявление любви? Вот. А может быть, у вашего мужа есть другие способы проявления к вам любви? Что если у него другие способы проявить к вам любовь, а вы этого не замечаете, потому что у вас есть свои представления о том,
как он должен, собственно, проявлять свои чувства к вам. И, ну, заботитесь вы, заботит вас только вот ваши ощущения. Поймите правильно, что это неплохо, совершенно неплохо, что вас заботят ваши ощущения. Это хорошо, что вас они заботят. Просто идея здесь заключается в том, чтобы это делать конструктивно, не вредить себе, не вредить партнеру. А сейчас, как мне кажется, вы вполне можете вредить себе, вы вполне можете вредить своему мужу. Естественно, не специально. То есть я не говорю, что вы вот берете и специально вредите там, своему мужу из какой-то вот своей идеи и прочее. Нет, конечно же нет. Но, тем не менее, проблематика, безусловно, присутствует, как мне кажется, такого плана, такого рода и так далее. Вот. Поэтому и обратить внимание на нее, на такую проблематику, мне кажется, стоит как минимум, чтобы вы себя, может быть, несколько лучше чувствовали, ощущали и так далее. Вот. А зачастую, но не всегда, это очень важный момент, зачастую, но не всегда, проблема решается нахождением себя, открытием, проблема решается открытием своих интересов, вот, и, соответственно, хочется вас спросить, как с этим у вас обстоят дела, да, то есть, как у вас с этим. Есть у вас интересы свои, насколько вы себя там, не знаю, цените, принимаете, вот, и так далее. Если в этом есть сложность и трудность какая-то, вот, то, возможно, этому также нужно уделить внимание, потому что в противном случае это будет, ну, нарастать, то есть по нарастающей будет идти, вот. А ничего хорошего для вас в этом, как вы понимаете, нету и никаким образом быть не может, вот. А следующий момент, о нем, в принципе, мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович уже сказал, но я думаю, что не помешает это упомянуть. Речь идет об общении. Как вы общаетесь со своим мужем? Как вы доносите до него то, что вам важно? А? Вот. Это ключевой, принципиальный момент, потому что если способов и ресурсов донести до мужа то, что вы хотите, у вас нет, то накапливается неудовлетворенность, накапливается неудовольствие,
накапливается негатив, накапливается злость. Это нормально. Важно, чтобы вы последовательно замечали в себе то, что с вами происходит. Важно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что с вами происходит. И позволяли этому находиться вот, собственно, в общении, в контакте с вашим мужем. Потому что если вы не размещаете то, что вас беспокоит в контакте с мужем, или размещаете, но делаете это, например, только для него, то тут тоже есть серьезный риск того, что вы будете чувствовать неудовлетворенность свою. Какая-то такая история, какой-то вот такой момент я хотел раскрыть, хотел показать, и надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что для себя какие-то выводы вы сделаете все-таки относительно ситуации, что сложилось. Вот. И уже дальше будете двигаться. В контексте себя, своей жизни и взаимоотношений с мужем. Сейчас вам нужна психотерапия, вот, нужна помощь по гармонизации отношений, как мне кажется. Вот. Для того, чтобы вы для того, чтобы вы пришли в норму, чтобы научились себя чувствовать, чтобы научились себя ощущать. Вот, и дальше, я думаю, пойдет сам. Вот. Конечно, идеально было бы, если бы вы с мужем обратились, вместе с мужем обратились на консультацию. Но тут уже вопрос, конечно, его готовности. Вот. Наверное, такой ответ я хотел бы вам на данный момент дать. На этом, пожалуй, все. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что это было вам интересно. Я буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот, потому что вы сформулируете некоторые мысли и сможете понять, хотите и вы или не хотите двигаться там, куда-то, да? То есть, условно говоря, интересно вам. Вот, интересен, точнее, ли вам ход вот таких вот примерно моих мыслей. Вот, если интересно, то можно поработать либо со мной, либо с любым другим коллегой, выбирайте кого хотите, но совершенно очевидно, что сейчас вы заняли, я бы сказал, довольно опасную позицию, что я страдаю. Я страдаю, говорите вы. Вот.
я страдаю. И это пассивная позиция. Это позиция, при которой вы несколько, на мой взгляд, занимаете такую позицию сдавшегося. То есть я дала все, я страдаю. Страдаю и жду, что у меня вот полюбят, что меня там примут и так далее. Ну а если нет, понимаете, да? А если нет, что тогда? Вот. Если не примут, если не будут ничего для вас делать дальше, как вот в таком случае поступать? Понимаете? Поэтому идея о том, чтобы пустить все на самотек, вот, как правило, не работает. Потому что, пуская все на самотек, вы рискуете только лишь усугубить свою неудовлетворенность. Я не думаю, что это то, чего вы хотите. Мне кажется, что хотите вы большего, но для этого нужно что-то делать. И сейчас я спрашиваю вас, что вы готовы делать, и готовы ли вы что-то делать вообще. Так что обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Сейчас это важно. Вот. Удачи вам. Желаю удачи вам. Желаю всего самого доброго. Надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена.